Сегодня во всем мире отмечают День пожилых людей. Глава республики встретился с общественными деятелями, писателями, спортсменами и артистами. За круглым столом обсудили вопросы воспитания подрастающего поколения. Подробности у Дмитрия Ковалева. Вере Кузьминичне самая молодая среди нас. А ведь и не скажешь, что Вере Кузьминичне уже 95. Выйдя на сцену в 47-м, она осталась верной театру на долгие годы, став его символом. Народная актриса Советского Союза отметила, что молодежь необходимо воспитывать на примерах уроженцев республики, ставшими известными на весь мир. Таким был и поэт Геннадий Айги. Его стихами восторгается и сама Вера Кузьмина. Я горжусь, что вместе с ним за столом сидела. Пусть стихи Айги не будут забыты. Я горжусь, что я чувашка одной нации с таким гениальным поэтом Айги. В Национальной библиотеке открылась выставка, посвященная 85-летию поэта. Здесь и уникальные картины, и сборники стихов. Свою недавно опубликованную книгу главе региона подарил известный изобретатель, автор более 100 патентов, Года Нудельман. Поэзию он называет своим хобби. Вот его строки о Чебоксарах. Изменились и строй, и страна. Город вырос и стал еще краше. Ощущается это сполна. В наши будни и в праздники наши. Когда выходил на ковер, всегда думал только о родине, говорит чемпион Советского Союза и мира Валерий Львов из плеяды спортсменов, который сам подготовил достойную смену. Ну, меня когда спрашивают, Валера, ты любишь бокс? Я люблю бокс, когда я бью. Когда меня бьют, я не люблю. Гордимся нашими легкоатлетами. Олимпийскими чемпионами. У нас и по все вот нации нашей в республике талантливые молодежь. Поддержка старшего поколения для правительства региона – приоритетная задача, отметил глава республики. Государственная политика направлена на поддержку прежде всего наших пенсионеров, ветеранов, там коэффициент увеличивается. 67 тысяч вот этих решений принято, и люди, которые трудились в поте лица, около станка, в поле или, значит, в других организациях получили эти звания. Сейчас... Михаил Игнатьев пообещал поддержать инициативы ветеранов. При подготовке к столетию республики местные власти будут опираться на опыт людей, которые внесли большой вклад в историю региона. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика.